Казанский университет расширил партнерство с Кировской областью в образовании, науке и трансфере технологий. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и губернатор Кировской области Игорь Васильев подписали соглашение. Это очень важное событие в жизни нашего университета, так как наш университет является ведущим научным образовательным центром Приволжского федерального округа, и работа с субъектами, влияние на их развитие – это прямая обязанность Казанского федерального университета сегодня. Предыдущий документ, подписанный в 2012 году, свою функцию выполнил. Совместные шаги предприняты в рамках развития медицины и педагогического образования в регионе и федеральном университете. Я хочу отметить, что у нас развиваются очень успешные отношения и сотрудничество с педагогическими вузами, структурами Кировской области на протяжении последних лет. Мы проводим совместные исследования, и тот факт, что примерно 30% публикаций Вятского государственного университета за последние два года сделано в области education, и практически все они сделаны в кооперации с Казанским федеральным университетом. Делегация Казанского университета в рамках подписания соглашения посетила Кировскую область. Еще один интересный момент, который, безусловно, заинтересовал наших партнеров, это развитие наших собственных лицеев, лицея имени Лобачевского, IT-лицея. Практически, наверное, всего лишь два вуза в России имеют такое количество своих собственных общеобразовательных школ. На встрече с губернатором удалось договориться и о лимите на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Встреча завершилась совместной пресс-конференцией, на которой стороны огласили возможные варианты сотрудничества. Анна Глазунова, Андрей Багаутдинов, Универньюз.